Друзья, всем большой привет! Сегодня 27 октября, и мы вот тут выбрались в лес за рыжиками. Вот здесь вот раньше поле было, на этом месте. Сейчас вот елочки, кое-где березки растут. Вот такое вот место. И вот мы тут немного находим рыжиков. Вот они. Красавчики растут. Вот, ноябрь на носу. И погода-то не очень. А рыжики вот есть. Ага, этот червивый. Нет. Только вот здесь. Вот это мы обрежем. Так, смотрим. Другой. Этот вот должен нормальный быть. Этот хороший. Так, а вот этот вот, видимо, червивый. Да, этот совсем плохой. Вот этот в траве. Вот которые в траве, они почему-то не очень. Да, вот этот маленький совсем плохой. Ну вот, сейчас я тут возьму. Раз, два, три. Три рыжика. И вот тут еще нашел немножко. Вот, несмотря на такую позднеосеннее время, несмотря на него, вот грибы есть, рыжики. Вот он один, одинокий растет, рыжик. Оп, смотрим. Ага, возьму, беру. Вот еще два рыжика. Три даже, еще маленькие. Вот один. Вот они какие хорошие. Опа. А, это червивый. Этот червивый. Этот. Вот этот маленький, хорошенький какой. А, хорошенький. И вот еще один, тоже хорошенький. Вот эти два берем, один червивый. Вот, положим. Опа, вот они, еще два рыжика. Проверим. Ох, хороший, свежий. Берем, кладем. Опа. О. Ну-ка, ну-ка. Тоже хороший. Берем. Так, немного попадают. Попадаются. Вот. А. Попались еще три рыжика. Оп. Ух ты, хорошенький, свеженький, а. Так, кладем. И вот эти еще, опа. Вот они. Два рыжика еще вот у нас, оп. Ох ты. Свеженький, хорошенький какой, а. Так, берем, кладем. Оп. И этот идеальный рыжик, прям идеальный. Вот это вот, да, хорошие рыжики попадаются, но много и червивых, к сожалению. А вот какие-то интересные грибочки. В один вот даже иголка воткнулась. Ну нет, такие мы не берем. А вот два таких вот уже больших рыжика. Да, они червивые все. Напрочь червивые. Хотя вот этот вот... А нет. Тоже он не очень. Вот у нас опять
такая небольшая поляночка. Вот они. Красавчики. Рыжики. Вот они. Оп. Хороший рыжик. Хороший. Берем. Вот этот смотрим. Как он у нас? Свеженький. Хорошенький. Так. Смотрим здесь. Рыжик. Оп. Ага, чуть-чуть какие-то есть червоточинки, но посмотрим, мы его обрежем. Сейчас пока положу. Вот эти посмотрим, что у нас с этими вот. О, аж ножки тянутся, как срезаешь. Значит, они не очень свежие. Нет, вот этот вот хороший. Кладем пока. Оп, срезаем. Этот червивый. Этот тоже. А этот. И этот тоже. Да. Червивый. Вот какой рыжик попался. Оп. Смотрим. Да, он не очень. Не берем. Вот какие хорошие маленькие. Оп. О, хороший. Кладем. Вот еще один. Рыжик. Кладем. Так. Идем дальше. Вот еще у нас небольшая партейка рыжичков. Так. Смотрим. Опа. Хороший. Маленький. Отличный. Хороший. Ох, тоже свеженький. Вот еще один. Отличные все. Красавцы. Кладем все в корзиночку. И идем дальше. А вот большие два штуки. Сейчас мы их проверим. Ух ты, свежий. Ты смотри, большой, а свежий. Ну, так как рыжиков не очень много, возьмем и большой. Вот это смотрим. Ага, это червивый у нас, да? Да. Ну, хорошо взяли. Итак. Ух ты. Вот еще у нас небольшая полянка рыжиков. Оп. Этот вот в середине червивый, а вот эти вот нет, мы их возьмем. Вот этот вот, наверное, не очень. Да, этот не очень. Вот эти вот. Это вот. Еще посмотрим дополнительно. Вот эти два. Оп. Червивенькие. Не берем. Вот эти вот. Вот этот вот как у нас. Оп. А вот этот вот хорош. Хорош. Берем. Очень много червивых грибов. А так попадаются и хорошие. А это вот, как вы думаете, что вот это такое? Трактор? Нет, это кабаны.
Кабаны тут вот накопали. Тут вот копыта видно. Нарыли. Уж что они здесь искали? Вот еще. Вот они. Кабанчики. Ходят по лесу. А вот рыжик. Один-одинешенек растет. Ух ты, он даже не срезался, а сломался. У него ножка вон, я режу посередине, а у него ножка сбоку. Вот как. Какой интересный рыжик. Но очень хороший, свежий. Возьмем. Снова кабанья работа. Вот они тут копали своими пятаками. Поле, наверное, хотели вскопать под посадку топинамбура. Ну вот, дорогие друзья, набрали мы рыжиков. Очень свеженьких, хорошеньких. Много, конечно, было червивых. Жалко. Ну, набрали. Вот я корзиночку набрал, отец набрал. Вот, поэтому приехали не зря. Уже сейчас начинает темнеть. Собираемся домой. Так что вот, хотел я вам это показать. Осенний сбор грибов. Конец октября, ноябрь на носу. Вот такие вот грибы осенью. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет у нас всего еще очень много интересного. Ну, всем до встречи и пока!